13 ноября, 60 лет назад, в Советском Союзе родилась семья Нырковых. Ефим Тимофеевич и Агафья Константиновна родом из соседнего Татарстана Алькеевского района. Там прошло их детство, и долгие годы после свадьбы супруги Нырковы жили именно там. В 81-м переехали в Димитровград. С тех пор здесь и живут. А за что полюбили? Вот скажите, чем понравилось? За что полюбили? За что полюбил ты меня? Я сам не знаю. Какая для тебя была? Нормальная, хорошая. Агафья Константиновна про супруга говорит, когда познакомились, он был смирным, хорошим, красивым, да и в армии служил. Завидный был, наверное. Так, завидный был. Завидный? Кудрявый был. И сейчас шуюсь, а то вот какой кудрявый был. Супруги Нырковы вместе пережили трудные времена и радостные. Воспитали 5 детей. У Ефима Тимофеевича и Агафьи Константиновны также 5 внучек, 3 внука, правнучка и 3 правнука. В пятницу близкие собрались, чтобы поздравить юбиляров с бриллиантовой свадьбой. Вы как отцы, деды и прадеды являетесь для нас не только примером, но и опорой, который служит нам основанием для того, чтобы, глядя на вас, строить свои семьи. Юлия Лапцева, Виталий Немов, «Наше время».